Привет, с вами Егор Тверетинов, и это программа «Дополнительное время». Сегодня я познакомлю вас с теми, кто входит в золотой резерв края. Прокачусь на роликах, узнаю, что такое озонотерапия, и подгоню лыжные ботинки точно по ноге. Сегодня я в гостях у тех ребят, которых смело можно назвать нашей надеждой на будущее. Я у победителей проекта «Золотой резерв». Данил Кузьминых стал одним из 20 лучших в номинации «Спорт». Он 6 лет занимается ушу и завоевал множество побед и на всероссийских, и на международных первенствах. Говорит, что «Золотой резерв» без преувеличения – это сильнейший толчок для еще больших побед в будущем. Я считаю, что он дает большую поддержку начинающим спортсменам, ну и вообще детям, которые чем-либо увлекаются. Для того, чтобы стать лауреатом, нужно заполнить электронное портфолио школьника, куда вносятся все достижения участника. Еще одним обладателем премии в этой же номинации стал Илья. Говорит, что даже и не помнит, какое количество наград ему пришлось внести в электронное портфолио. Но их у Ильи очень приличное количество. У меня 88 медалей, 2 заполненных портфолио и 20 кубков. Илья показывал свое мастерство в подводном плавании и бальных танцах. Говорит, что пришлось усердно поработать ради победы. Я ездил просто каждые выходные на соревнования. И вот только из-за этого выбился в топ-20. А вот Александр Луценко стал одним из лучших в Пермском крае в номинации «Интеллект». Сейчас он в 10 классе и еще с начальной школы участвует в олимпиадах по разным предметам. Среди предметов были и физика, и математика, но сейчас выбор пал на русский язык, обществознание и экономику. В прошлом году он одержал победы во всероссийских олимпиадах по русскому языку и обществознанию, принимал участие в игре «Что, где, когда». Исходя из того, что каждый диплом, занесенный в портфолио, оценивается в определенное количество баллов, и тот, что достается труднее, оценивается выше, у Александра есть несколько стратегий по завоеванию премии. Можно участвовать в течение долгого времени, начиная с начальной школы. И даже если, например, победы на Всероссийской олимпиаде не было в биографии, то можно покупать золотой резерв, набрав достаточное количество баллов. А другой вариант – это сконцентрировать свои силы на каком-то одном состязании, или на небольшом количестве, достичь там высоких результатов и попасть благодаря этой победе. Все лауреаты проекта «Золотой резерв» получают премию в размере 25 тысяч рублей. Кто-то из наших ребят уже потратил часть на осеннюю школу философии, а кто-то только собирается потратить на новое спортивное оборудование. Все наши сегодняшние герои – ученики гимназии номер 1. Они принимают активное участие в жизни школы, входят в совет старшеклассников и практически школьные звезды. Малыши хотят быть как наши герои, а администрация школы ребятами гордится. Мы гордимся своими учениками, своими выпускниками, ведь их достижения прославляют как раз не только гимназию, но и прежде всего город, край и даже Российскую Федерацию. Наша главная цель – помочь ребятам продвинуться в своих достижениях, посмотреть разносторонние интересы, найти социального партнера для того, чтобы ребенок понимал, какую образовательную и профессиональную карьерную траекторию он дальше себе выстраивает. Ну и по мнению преподавательского состава, главное в «Золотом резерве», конечно, совсем не денежная премия. Зачем школьнику участвовать в проекте «Золотой резерв»? Это в первую очередь большой шанс дается в жизни показать себя, продемонстрировать свои успехи и, самое главное, заявить миру о себе. В 2017 году в гимназии номер 1 был разработан план развития. Вместе с советом старшеклассников были проанализированы профессии будущего и выработаны два основных направления – лингвистика и технологии. Направления объединили и родился новый бренд – информационно-лингвистическая гимназия «Lingua IT». И теперь ребята постигают науку и даже защищают проекты сразу на нескольких языках. Без сомнения, гимназисты готовы к будущему. Для тех, кто отказывается принимать зиму и вставать на фигурные коньки, были придуманы вот такие вот залы. Сегодня будем знакомиться с этим, красивым видом спорта. Кристина, подъезжай к нам. Рассказывает. Привет, да. Что это за спорт? Для кого он и что, где мотыль нравится? Роллер-спорт – это достаточно молодой спорт. Только в этом году он вошел в олимпийские виды спорта. Сейчас уже также стали выдавать разряды по роллер-спорту. Так что по стране и миру он идет семимильными шагами. И Пермь тут не исключение.
Сейчас роллеров в Перми достаточно много. И инструкторов даже тоже стало много. То есть порядка 12-15 человек в Перми учат кататься на роликах. И, в принципе, на улице тоже можно кататься на роликах. И в этом как раз преимущество перед коньками. На коньках ты ограничен по пространству. На роликах я могу летом отсюда поехать домой по дороге. И это круто. Есть сейчас и роллер-дромы, и экстрим-парки, да и, в принципе, асфальтовое покрытие позволяет спокойно кататься по городу. Даже по плохому асфальту, даже по плохой плитке ты можешь ехать прямо, если у тебя хватает баланса. С коньками, с фигурными там получается как-то... Ничего общего. Я не умею кататься на коньках. Я совсем не умею кататься на коньках. Я могу только ехать прямо. Прикольно, так. Да. Что похоже, чтобы людям как-то вот объяснить вам это? Может быть, похоже на хоккейные коньки. Те, на которых нет зубчиков, у которых лезвие прямое. Да, здесь есть что-то общее. Так, а вот Иван говорил, что как-то с горными лыжами даже можно, в принципе, сопоставить. Если делать на роликах скоростные спуски с затяжных каких-то склонов, то это очень похоже, и это тоже очень круто. И этим можно заниматься на нашей новой набережной. Конечно, главная цель занятий – это просто получение удовольствия. Хотя есть и вполне практические плюсы. Во-первых, гораздо меньше конкуренция, чем, например, с фигурным катанием. И многие фигуристы ушли на ролики именно по этой причине, они не смогли пробиться в коньках. Также ребенок, как правило, развив баланс, он может ехать после роликов почти что на всем, вообще на чем угодно. То есть ты поедешь на коньках, если очень хочешь ехать на коньках, и ты хорошо катаешься на роликах. Ты поедешь даже на сноуборде, потому что у тебя уже развито равновесие. Ну и посмотрите, это же просто нереально красиво. Противопоказаний к занятию этим видом спорта нет. Если есть, конечно, какие-то сомнения, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Ну а заниматься можно начать лет с 4-5, а вот предела по возрасту нет. Самой взрослой моей ученице было 70 с чем-то лет, и она впервые в жизни встала на ролики. Она никогда не каталась на коньках, но ходила на беговых лыжах. И с первой же тренировки она поехала, и все это было ради внуков, и она пошла спокойно кататься со внуками. Раз есть такой пример, значит, я обязан попробовать. Экипируемся. Безопасность превыше всего. Движение на роллер-дроме осуществляется против часовой стрелки. То есть мы с вами не поедем вдоль перил, мы поедем сразу кататься. Годик тренировок, и можно участвовать в соревнованиях. Сегодня будем знакомиться со способом оздоровления, в котором не используется вообще никаких медицинских препаратов. Называется эта история озонотерапия. Юлия Викторовна, что это такое? Кто придумал, зачем вообще это работает? Озонотерапия – это метод лечения кислорода. Озон – это представляет собой газ. Молекула его состоит из О3. Все мы знаем, что кислород – это молекула О2. Под воздействием электрического тока, а также во время грозы мы можем это явление наблюдать. Ну, в медицинских аппаратах под воздействием электрического тока из кислородной молекулы О2 получается озоновая молекула О3. Поэтому здесь, почему мы называем это не медикаментозный метод лечения, используется чистый кислород, которым мы все дышим, без которого жизнь на Земле практически невозможна. Мы просто помогаем организму, доставляем в то место, куда нужно, где не хватает организму кислорода. Такая процедура показана многим. Озонотерапия показана во многих медицинских аспектах. Мы начинаем от простых терапевтических воздействий. Восстановительная медицина очень широко использует озонотерапию. Косметология очень использует широко озонотерапию. Педиатрия и лечение различных хронических заболеваний в терапевтической практике. Но сегодня мы все же познакомимся с этой процедурой в контексте не лечения, а оздоровления. Вот есть стандартный офисный работник, который вот работает на нервной работе, вечно сидит, у него там где-то что-то стекло, суставы, спина. Вот ему с какими симптомами и вообще нужно ли дожидаться каких-то симптомов, чтобы у простого офисного сотрудника очень сильно развит синдром гипоксии. Не хватает кислорода. Все мы мало проветриваем, сидим 8 часов в одном помещении, где не хватает нам просто кислорода. Поэтому гипоксические проявления будут различные. За это зависит от человека. А вот, кстати, жалобы, пожалуйста. Головные боли, синяки под глазами, утомляемость, нервозность. Те состояния, которые, в принципе, каждый из нас привык к должным, да, на самом деле плохо, друзья. Да. Также озонотерапию очень любят спортсмены. Озон вводится в поврежденные суставы и мышцы и способствует заживлению.
Конечно, у этой процедуры есть и противопоказания. Главное противопоказание – это нарушение свертываемости крови. Любые заболевания, связанные с этой системой. Потому что озон, он изменяет. Поэтому при лечении озонотерапии, особенно при внутривенном введении, обязательно общеклинические медицинские исследования, общий анализ крови и свертывающая система крови, чтобы нам определить, какой дозировкой с данным пациентом работать. И обязательно перед процедурой нужно проконсультироваться с врачом. Проводить озонотерапию может только сертифицированный специалист, так как неграмотное обращение с озоном может навредить. Газ-озон – это яд первой категории. Он очень в больших концентрациях, он вреден. Он используется для обеззараживания различных предметов, каких-то там инструментов. То, что нужно простерилизовать, то, что нужно обезвредить. А в медицинской практике мы используем крайне низкие дозировки. Идет микрограмм на литр. Мне вот Юлия посоветовала попробовать озоном вылечить боль в пояснице. Ну и вот что из этого вышло. Выбираем озонокислородную смесь. Вот она прямо, видишь, у нее хорошая. Это газ, без всяких жидкостей. Берем иголочку для обкалывания. Она очень маленькая, не переживайте, мои хорошие. Тихонечко, по точкам. Это место прикрепления большой мышцы спины к поясничной. Процедура заняла всего несколько минут. Я не буду обманывать, было чувствительно. Как будто оса ужалила, но через пару минут... Как рукой, как говорится, с него. Ну вот я и говорю, это вот как раз противовоспалительный эффект озона. Одно дело купить ботинок, а другое дело сделать так, чтобы в этом ботинке было комфортно кататься. И это не всегда получается, даже если ботинок, в принципе, куплен по размеру ноги. Сегодня будем знакомиться с технологией бутфитинг. Андрей Львович, что за технология? Для чего она вообще? Что она значит? Технология позволяет подогнать ботинок под индивидуальные особенности ноги. Все ботинки сейчас делаются под среднестатистическую ногу. Конечно, у одной фирмы, ну, например, на 40-м размере колодка будет шире, чем у другой. Но в целом форма очень схожая. А вот ноги у каждого из нас очень индивидуальны. И если при выборе ботинка хоть немного где-то давит, то на склоне именно в этом месте нога будет болеть, мерзнуть, да и вообще катание будет не в радость. У современных ботинок внутренний чулок почти у всех формуется, кроме самых недорогих моделей. А вот формовка внешнего... Внешне жесткой оболочки появилась не так давно. Стоит сразу оговориться. Не каждая модель может подвергаться такой термоформовке. Поинтересуйтесь заранее, ну или спросите у консультанта. Если ботинок не подходит для бутфитинга, а вы его отдали формовать, то с ним просто ничего не произойдет. Разницу вы не почувствуете и впустую потратите деньги. Есть разные технологии бутфитинга для тех пластиков, которые меняют свою форму. Вот их можно без применения специальных инструментов, более дорогих. Требуется специальный набор инструментов. У нас бутфитеров таких нет. В России пересчитать по пальцам. Настроить ботинок можно по-разному. Можно сделать как максимум комфорта, так и наоборот максимум точности. Там для спортсменов важно точный контроль лыжи. Для любителя важно целый день проводить в этом ботинке, но в то же время, чтобы не совсем нога болтала, чтобы он не был при этом на 3 размера больше. Ну, то есть, тогда получается формула, чем больше комфорта, тем меньше управляемости, правильно? Ну, где-то, да, что-то тут есть. Формовку сразу же как купили, или можно там сколько-то покататься, и после этого понять, надо тебе или не надо. По мне, все-таки стоит сделать сразу. Но если ботинок заранее не доставляет дискомфорта, можно покататься. Там после каталки сразу будут видны места. То есть бывают случаи, что в ботинок в магазине все идеально, а вышел на гору и заломило, и заболело. Также, если вы покупаете не новые ботинки, если они с этой технологией, их тоже можно формовать. Давайте смотреть тогда, как вся эта история работает. Прекрасно. Давайте. А работает она следующим образом. Сначала узнаем, какой точно у вас размер, и выбираем ботинок. Меряем. При примерке обязательно нужно немного согнуть ноги в коленях, как будто на склоне. Тогда пятка сядет на место. Так,
Вы ботинок надели, и дальше получается, что ну, делать? Как ощущения посмотрели? Есть места дискомфорта какие-то локальные? Ну, есть. Есть. Где вот давит? Вот. Ну, вот, вот в этом месте чуть-чуть давит. И где-то вот здесь вот, я не знаю, что ли. Хорошо. Это хорошо, так должно, да? Нет, это... Есть над чем работать. Есть над чем работать, хорошо для мастера. Все, это вызов. Понял. Сейчас мы это все устраним. Далее снимаем ботинки и носки. На ногу наклеивается специальная плотная наклейка, которая впоследствии и будет формовать ботинок. Просто зона покраснения. Да. На самом деле, вот сюда просто. Да. На самом деле. Видно, что где. После каталки-то это сразу будет видно зоной дискомфорта, но и в магазине через некоторое время. Поверх надеваем горнолыжные носки, в которых будем кататься. Из ботинок достается внутренний чулок. Пластиковая часть отправляется греться в печь. Далее надеваем внутренний чулок, если давит пальцы, поверх неопреновый носок. И все это в разогретый пластиковый ботинок. Далее на специальную установку. Сначала холодные чехлы из холодильника, ну а поверх чехлы, которые будут воздухом создавать давление в нужном месте. Настраиваем нужное давление и стоим 7 минут. Вуаля! Ботинок приобрел точную форму ноги. При желании таким образом можно на один размер увеличить ботинок. После такой процедуры кататься будет гораздо комфортнее.